Привет, ребят, девчат, надеюсь, у вас все ништяк. Видео для любителей DIY, всяких самоделок и мелких ремонтов. Спрашивайте, какую древесину я использую. Самую дешевую. Это из South Carolina елка. По 14 баксов за 16-футовую доску в магазине Lowe's. Там еще есть небольшой дискаунт. Это, кстати, перец свалился с верхней дек. Прикол. То есть она пропитана какой-то химией. Выглядит, есть такие полоски зеленые. Pressure treated wood. То есть под давлением загоняют какую-то фигню. И выглядит она долго вот в таком состоянии. Потом начинает немножко тускнеть. Ну, лучше покрасить, что я займусь наверняка весной. Это дек. Ей 30 лет. То есть и химия такая, не такая была, как раньше. И дерево, наверное, самое дешевое, какое можно было. Потому что ее построили вместе с домом. Так, теперь про пластик. Называется Trex. T-R-E-X. Trex. Компания. Ну, их много производителей, но все это называют обычно Trex. Эти штуки в 3 раза дороже. Их можно красить. Но они нагреваются до такого состояния, что вы сидите и просто пыхтите на такой дек. В основном это в коммерческих зданиях. Мне лично это не нравится. От нее просто очень жарко становится. Просто вы сидите как в бане на этой дек. Дерево тоже, конечно, раскаляется, но не до такой степени. Окей, USA?